Эх, блин, забыл на запись, да, поставить действительно. Потому что вроде бы хорошая получается каточка сегодня. Хорошая, прикольная каточка. Ой, как обычно. Все хорошее не попадает на запись. Все плохое. Неплохо. Пишешь, паришься. И... Блин, так, ничья там у тех, кого я хотел. Так, значит, ну этот должен победить. Да, то есть против самой слабой. Не буду идти, ну, там, что, в шестую, куда, зачем? Так, есть кому-то смысл давать провокации еще? Не вижу смысла. Все, кал. Ну, возьму. Потому что у меня тут выбора особо нет. А кто вообще забрал элементарий? Никто. А где мои элементарии тогда? Что за херня? Ну, вот один выпал. Хорошо. Согласен. От таких надо избавляться. Так, крутится. Значит, эти элементарии крутятся, угар, здоровье мутится. Хорошо. Мне от одной монетки толку, блин, в принципе, нету сейчас. Хотя, смотрите, продал так. Взял, это, скинул монетку, сделал вот так. Это пробаф Эдгара. Это даст лишнюю прокрутку этому господину. Я раскрутан. Ну, в принципе, ничего. Я играю против мурлоков. Там должна быть, по идее, какая-нибудь... Но все равно оставлю этого первым, пускай он пока крутится. То есть, может, он сразу обосрется, умрет и бессмысленно, но я думаю, что лучше на перспективу в будущем... А, не, ну... Блин, у него мало здоровья на провокациях, то есть... Это отлично сейчас. На! То есть, что-то ему не везет. Кто-то, наверное, спер яды. Может быть, какой-то другой мурлок, либо какой-то более хитрый, чем я, элементальщик. То есть, мне даже яды не выпадают, я их поэтому и не ворую. Так, выиграл я... 1x баров. Нет, ничья опять у них там. Хорошо. Ладно. Давайте сразу поставим. Ну, блин, ну точно против жмура должен выиграть. Так. Похрен, ну пока сброшу сразу, наверное. А что, вообще ничего не осталось. Берем. Ставим. Блин. Может, даже, кстати, я смогу. Че? Вот так, раз. А, да мне даже без монетки хватает. Плюс один золотой. Хорошо, когда есть что разыграть. Все, это сейчас будет супер классный прикол. О-о-о, ну хорошо, вставляем тогда. Пригодится вот этот. Ну ничего, типа супер крутого. То есть это, как ее... Срака нишу, как забыл. Номи Гроза Куни не хочет мне выпадать, поэтому... Поэтому вот так. Вообще, блин, капельку сраную надо выбросить, потому что, возможно, из-за того, что я захватил себе капельку, триплет, блин, капельки, может быть, мне из-за этого и, ну, не так много падает. То есть, потому что если у меня капельки, то как могут... Мне падать условно много вот этих, как они называются, да. Аквачленов. Ух, он жирный, блин, жалко выбрасывать. В принципе. Ну, давайте ракану, я думаю. Можно ракануть, когда у тебя почти 100 здоровья на гаре. И... Типа... Можно попробовать ракануть и выбросить все-таки... Хорошую, мощную карту. Похихикать, приколоться. Ну, собственно, удача. Сейчас смысла никакого нет. То есть, да, лучшее, что он мог сделать, это вот то, что моя маленькая там карта одна убилась об него. Не так много он урона получает, но... Все равно... И я победил еще 1x баров. Ну еще бы, блин, там. Так, Крис Фейт у нас, что это такое? Механизмы. А у этого зверя. Да у него какие-то звери обосраны. Я не знаю, что за механизмы у того, но я поставлю на этого. А, у меня много монеток. Но я не вижу смысла идти в шестую. Да, я хотел скинуть. Я так и сделаю все-таки. Я поставлю так. Что-то мне не хочется в шестую таверну пока. Угу.
Вот что-то элементали начали выпадать. Угу. Так, так, так. Кого из них поставим-то пока? Так. Пускай так пока что. Ну, блин, конечно, какое-то говно стоит немножко на столе, но ладно. За счет... Ты на голову выше всех. А, там звери еще. Ну, кстати, шестая таверна звери, там может быть Мэкс на... Нет, ядов нет. Хотя у него есть вроде как... потенциально опасные для меня карты. Но будем надеяться на магию Гара и на магию элементаля. Буйного. Да, все, убилась главная сила зверей, так сказать. Это костлявая, как она там называется. Ну да, тут прям очень неудачно. К сожалению, пока. Неудачно для оппонента. Так. Так, хорошо. Ставку сделать? Что не сделать-то? Не хочу все равно идти. Там понятно, что там элементали другие есть. Я их тоже смог покрутить, но что-то вот, ну, не хочется пока. В следующий ход, думаю, пойду уже. Ну, давайте, давайте просто. Значит, эту оставить пока, наверное. Мне кажется, я триплет соберу все-таки. Раз. Два. Так. 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 Ну ладно. Вот и триплет мой приехал. Сохраню этих на потом. А, типа исходники цирка. Блин, ну да, надо заморочиться, сделать. Можно обработанное, можно вообще не обработать. Ну просто, блин, долго этим париться, там довольно много всякого. Можно приколоться, да, типа вот, чуваки, балуйтесь, сводите. Да, вот тут чувак догадался поставить яд. И если он им попадет в Хара, например... Ну, то есть, да, вот куда бы он ни попал, для меня это, конечно, не самый приятный момент. Это довольно хороший ход. И если он, да, будет собирать сейчас себе вот те яды, то... Ну, сейчас он, скорее всего, будет уже не против меня, поэтому я его не боялся. То есть, вот если вот этот чувак тоже догадается до ядов, вот что будет плохо. Ну, давайте уже, да. Хрен ли. Ну, в принципе, мне от этого нет смысла делать сперва триплет, потом что-то. Ну, давайте, ладно. Ничего вообще из этого мне не интересно. А, ну ему жмур. А, чё я парюсь? Хорошо, когда есть... И маразну, на всякий случай, Мексну и... Брана. Посмотрим,
что будет за игра против Рагнароса. Этот, давайте вот здесь будет. Ингар, конечно, прикольно стоит. Ты если там нет ядов, то... То сейчас ему очень будет весело видеть 191, как бы. Ну да. Такой, ну понятно. Все, я думаю, он догадается все-таки, что, блин, надо яды. Потому что иначе тут, к сожалению, никак. Самых дохлых сейчас. Самая атака маленькая, да, по-моему, Куч Петелькинс. Мочит. Ну и даже не убил... А, ну отлично, хотя бы так. Блин, я его убью сейчас, что ли, получается? Да. Блин, обидно. Жалко. Ну ладно. Ну, наконец-то хорошо поиграл опять на элементалях. То есть это сейчас такое редко. Хочется красиво резаться, баловаться. Блин, ну вот тот чувак, по-моему, догадывался в яды идти, поэтому я заберу себе. О, ну блин, ну вот... Самый кайф пошел под конец, к сожалению. Так. Теперь, соответственно, есть такая прикольная стратегия, когда ты играешь один на один, остаешься, ставить или не ставить. Ты можешь поставить на противника, и тогда, если проиграешь, ты хотя бы получаешь себе монетки. Если выиграешь, ну тебе и так хорошо, и ничего страшного. Поэтому я ставлю на противника. Думаю, надо... Сейчас... Все-таки под браном вот так сделать. Плюс один золотой. Брана оставлю. Джина поставлю. Ну, пускай так тогда пока что. Что-то буду выкидывать. Посмотрим, сможешь ли ты удержаться на вершине. Наверное, Джина надо будет выкидывать. То есть это, конечно, прикольно, но... Ага, вот, да, он правильно все-таки допер, что надо яды брать. Так что сейчас будет катка не из легких. Плюс у него баблы. Соответственно, вот эта штука моя вначале не имеет никакого смысла. Так. То есть мне вначале надо ставить всякое... Даже не знаю, что. То есть я еще и сейчас проебу, походу. Да, действительно. Да, не сильно, но проебал. В общем, интересно становится. Смогу ли я топ-1 как-то вырвать. Итак. У меня новые рекруты. Да. Выбирай. Значит. Ну, крутить не имеет смысла, кстати, особого. Я всегда говорил, но все же. Тем веселее. Согласен. Давайте поставим еще раз на противника. Вот я кладу два элементаля себе в руку. Выбрасываю. Я кладу два элементаля себе в руку. Бросаю. Я добавляю двух элементалей в таверну. Ну, как бы крутить нет смысла, но... Мы тут не за смыслом. Так, тут за весельем. Так. Ой, блин. Так, все, пора переставать, мне кажется, баловаться. Блин, яд отлично. Наверное, вот этого надо выбрасывать. Ставить Мэкс, ну, вот так. Так, так вообще сделаю и... Блин, вот так. Что-то я ничего не успел интересного сделать. Блин, капец, вся мана просто просралась. Почем зря. Очень много. Как бы очень тормоз. Блин, он триплет собрал, это тупо. Это большая ошибка, мне кажется. Да, это, ну, сейчас все. То есть это просто сейчас. Блин, а я яды зря поставил в начало. Они просто у меня как бы об баблы бьются и все. Но мне кажется, я его сейчас выиграю все равно, то есть потому что у него огромная ошибка была собрать триплет ядов. То есть, ну уже все, типа,
Вот когда они были отдельно, он мог победить. То есть, короче, тут, да, не мой скилл, а его ошибка. Все-таки очень сильная. Но ГГ. Да, то есть и я полный рак, не успел ничего прокрутить. И он полный рак. Тупанул, собрал в триплет яды. Вот. И плюс еще я рак поставил яды в начало. Ну хорошо, ладно. Все равно прикольно.